Прости, не разбудил. Думал, тебе лучше отдохнуть. Тише, парень. Слушай. Райли что-то нашел. Берите снарягу, идем. Отряд 2, вы рядом с нами? Запрещаю, мы снаружи. Парни, вы что-то нашли? Райли нашел. Как раз проверяем. Так точно. Мы будем защищать. Конец связи. Прости, не разбудил. Думал, тебе лучше отдохнуть. Тише, парень. Слушай. Райли что-то нашел. Берите снарягу, идем. Отряд 2, вы рядом с нами? Запрещаю, мы снаружи. Парни, вы что-то нашли? Райли нашел. Как раз проверяем. Так точно. Мы будем защищать выход. Конец связи. Сюда. Прикройте. Все чисто. Подходите. Давай, малыш. Справа. Кажется, Райли проголодался. Здесь лучше ничего не есть. Когда вернемся, я тебя покормлю. Местные животные. Все нормально. Есть. Направляемся к пункту сбора серебро. Как слышите? Да, скоро встретимся. Встречаемся у стены. Мы выдвигаемся. Так точно. Вот она. На вид жуть, но держится. Эй, сержант, в секторе чисто? Почти. Надо прочесать эту сторону стены, и на этом все. Левая сторона наша. Надо торопиться. Перестроиться у заправки. Еще бы. Убрать их.
Опять разведчики. В пятый раз за этот месяц. 2-1, тут очередной разведотряд Федерации. Встречаемся у центра, перегруппироваться. Есть, мы уже в пути. Они казнят гражданских. Вперед, вперед! Объект через 40 метров. Эй, меня стреляют! Цель уничтожена! Объект на руке! Слышим вас хорошо, бросайте дымовую, мы идем к вам. Вас понял! Следуем на первую нашей позиции! Союзники у зеленого дыма! Враг
Отлично. У зеленого дыма свои! Идем! Есть, вас понял! Еще птички летят! Сюда! Райли! Логан, хватай гранатомет и займись птичками, мы прикроем! Тихо, малыш, тихо! Райли, вперед! Дэвис, отвечаете за транспорт. Вас понял. Возьму на себя транспорт. Логан, ты на охране сзади. Пошли! Надо найти старика! Пап! Я слышал о нападении. Парни, вы в порядке? Как всегда. Прогуляемся.